Скажи, сижу, жую, не пойму. Да кто ж меня там за волосы так тянет, а? И тянет, и тянет. Я же не мешаю никому. Сижу на своем месте, жую. И тянет меня там за волосы. Кто там меня тянет? Да? Да там прям ковыряется у меня в волосах. Кто там у меня в волосах ковыряется? Не пойму я никак. Да? Не пойму, кто там ковыряется. Чё ты замер? Так, пришли мы с прогулки. Варю я здесь кашу гречневую вместе с кукурузной. И также купили мы продукты. Купили мы перчики. Еще я их пока не перенесла. Сейчас ребенка быстренько спать уложу и буду с ними разбираться. Тут перчики по 25 рублей за килограмм, ну там такие остатки перчиков. Я перцы не особо люблю, они все равно у меня пойдут на жарку, поэтому я их взяла подешевле. Вот, помидорки 40 рублей за килограмм, продолговатые. Картошечки 3. И, конечно же, наши баклажаны. Хочу наесться баклажанов перед зимой. Вот, они уже у нас по 55, что ли, стали. Надо будет, в следующий раз пойду, надо будет еще побольше купить. Не знаю, эти два я буду точно жарить. Что еще туда, вот я думаю, добавить третий, наверное, надо что-то добавить. Баклажаны добавить, не добавить, не знаю. Может быть, добавлю, наверное, несколько штук. Вот, и может быть, я еще хочу, я думаю, поконсервировать. Просто пережарить. Не знаю, я насчет этого пока не знаю, посмотрим. Да? Тут у меня Дима сидит, кушает. Ну, никак не может доесть. У него сегодня тушеные овощи, да? Картошка с морковкой. Да, Дима? И яичко. Яичко, вот оно ждет его. Никак, Дима. Да? Ну, никак не может докушаться. Хорошо, что у меня есть такая большая сковородка. Я как раз, кстати, покупала когда-то за 2000 рублей для того, чтобы жарить картошку. Конечно, я очень редко ем жареную картошку, но вот она вот, у нее даже есть вот тут вот. Блин, все горячее там. Сейчас покажу. Вот, маленькая ручечка вот тут есть у нее, вот она. Вот это вот. Ой, запотела даже. Чтобы держать, можно было сковородку с этой стороны и с этой. То есть двумя руками так держится. И что-нибудь там... Ну, она большая сковородка, действительно, очень большая. Хорошая. Как раз был ажиотаж на белые покрытия, я помню. Как раз деньги подарили на день рождения. И я решила купить себе сковородку. Ну вот, конечно. Начинает пережариваться. Пока она не дожарилась, я вывалю туда помидорку. Вот. Пускай все вместе жарится лучше. Ну вот, я и потушила. Вот они готовы. Получилось, конечно, меньше гораздо. Можно было и побольше. Как раз нам с сыном и с мужем хватит. Наверное, даже на один раз, чтобы поесть. Где-то поделиться так вот, так вот. Хотя, может быть. Хотя нет, как раз да, на один раз. И муж проглот, и сын проглот. Да и я не впрочь поесть. Посмотрите, какой Дима проглот. Целая тарелка каши и еще плюс 4 столовые ложки, да, где-то там 4 столовые ложки тушеных овощей, которые мы с вами вот тушили. Но они просто бесподобные получились, обалденно вкусные. Причем мы так не делали довольно давно. Непонятно. Очень вкусно, да, Дим? Где у тебя вторая рука, Дим? Что она там делает? Вот. Не-не-не-не-не-не-не, ты держишь правой рукой, правой. А левая рука у тебя должна лежать на столе.
Она у тебя там непонятно где, непонятно чем занимается. Нет, 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 нет. Правой рукой держи ложку. А, ты держишь шлюнявчик? Я его разве не застегнула тебе? Сейчас застегну. Опа. Да, ровненько поставь таз, как тебе удобно. Вытаскивай. Вот, молодец. Носок там папин, да, я смотрю. Давай, 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 тяни, тяни, тяни ее. Тяни, тяни, молодец. Давай, 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 давай. Возьми другую, другая потянется, Дим. Розовенькую возьми, вон ту розовую. Она потянется. Если у тебя это не получается. Да, 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 да. Тяни, тяни. Ах, как она залезла. Без помощи мамы, наверное, не получится. Вот эту надо было тянуть. О, вот так. Ой, 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 все упало. Помогай. Вытаскивай все вот это, складывай. Складывай. Вот так, молодец. Молодец. Все, не надо, я сама, сама, сама ее подниму. Все, там пусто у нас? Обычно я еще вот так прокручиваю. Пусто? Пусто. Ты молодец, Дима. Бери ее вытащил, и ты теперь полезешь. Ага, лезь давай, лезь. Как там маленькие дети туда прям в иллюминатор залазят. Как там? Хорошо там, Дима? Там сладко? Вкусно? Сухо? Нет? Хорошо? Может, там мягко? Нет? Нормально там? Не надо ее закрывать. Оставь открытую, Дим. Оставь ее. Оставь открытую, она должна просохнуть у меня. Дима. Дима, оставь ее. Ай-яй-яй-яй.